Километр и 300 метров асфальтированного покрытия должна положить бригада Антона Етманова за 3 дня. В профессии парень не первый год. Строил и ремонтировал дороги в разных регионах страны. Сейчас задача – покрыть асфальтовым панцирем улицу Верхнекарьерную. Конечно, душой все делаем. Все делаем качественно, аккуратно. Виды работ выполняем строго по графику. Все регулируется укладчиком, то есть на плите стоят датчики. Стоят 2 оператора. Они следят за уклоном и за слоем асфальта. Ошибиться нет, невозможно. Также проверяется специальным щупом, рулеткой, естественно, перед катком и после катка уже. Улицу Верхнекарьерной ремонтируют большими картами более 100 метров в длину. Уже неделю укладывают новый асфальт в один слой. Перед этим было фрезерование поверхности и замена колодцев. Общая площадь асфальтирования почти 12 тысяч квадратных метров от улицы Борская до Новоурицкой. Это тот же асфальтобетон, только другого типа, чем АА-20. Плюс здесь применяется полимер битумный вяжущий, который имеет лучшие физико-математические, химические свойства, показатели, оно более крепче. Интенсивность выдерживает более автомобилей. Здесь ходит большегрузный автотранспорт по просьбе людей, выбирает улицы, на которых применяет этот тип покрытия. При формировании плана ремонта самарских улиц учитывается мнение горожан, инспекторов ГИБДД и руководителей тех предприятий, которые расположены неподалеку. Важно для нашего города. Артерии важны любые – транспортные, грузовые, пассажирские и так далее. Работы ведутся во всех районах города, так как мы понимаем большую значимость каждой автомобильной дороги городского округа Самара. В Самаре большими картами за год должны отремонтировать 42 участка дорог. 11 уже сделали, столько же сейчас в работе. К ремонту остальных планируют приступить в ближайшее время. Работы ведутся с опережением графика. На ряде участков ремонтируют не только проезжую часть от борта до борта, но и сами бордюры, а также инженерные коммуникации, наносят разметку, благоустраивают тротуары и въезды во дворы. При необходимости ремонтируют трамвайные межпутья в местах пересечения с внутриквартальными дорогами. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.